Дзиридинь, дзиридинь, дзиридинь. Что? Звонок? У нас есть телефон? Вроде мы не ставили телефон. Так, звонок, телефон, телевизор. Ничего не напоминает, друзья. Я надеюсь, отсюда не вылезет девочка с черными грязными длинными волосами и в грязном платье. Это было бы, конечно, более чем странно. Еще нам этого не хватало, правда? Как дела, друзья? Меня зовут Мако, мы продолжаем с вами играть в Stardew Valley. И, естественно, я рискну, конечно, включить телевизор. Так, Living of the Land. Давайте посмотрим, что же здесь нам скажет фермер. Ничего, в общем, нового. Ладушки. Да, в прошлой серии мы с вами нашли свиток. Первый свиток дварфов. Это артефакт, который мы вроде бы как должны задонатить в наш музей. Что здесь? Дорогой мистер Мако, Джорджа Тим, 41 голду у нас забрали за доставку. Да, не очень удачно, конечно, мы сходили. Но меня интересует один... Что? Что это? Где? Так, все понятно. Все понятно, в общем, как всегда. Как всегда, морковку, конечно, мы страшную для нашей Хейли нашли. Но у нас было два... да, первый день мы просрали, получается. Вернее, я просрал. А второй день, получается, и сейчас уже третий. Ну, не зря сходили. Как минимум, у нас есть свиток с вами. Так, это все... пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, леечку заберем. Что, зачем я вот сюда это складываю, если у нас есть отдельный с вами... Сундучок. Сундучок, сундучок. Так, оставляем пока вот это все здесь. Кейв Кэра тоже здесь оставим. Он нам уже, насколько я понимаю, не нужен, да? Получается, камни забыл оставить еще. Да, начинаем все с того же. С полива. Сначала поливаем, потом идем в магазин это все продавать. Давай, дружок, будем поливать. Насколько я помню, в календаре у нас 28 дней. То есть через 28 дней у нас... то есть на 29-й день у нас наступит лето. И спасибо, друзья, за ваши подсказки в комментариях под видео и на группе ВКонтакте, в личке. Что все-таки... Когда приходит лето, у нас все просто засохнет. Не хотелось бы, конечно, проверять это прям так яро, но тем не менее... Вы всегда мне по факту и правдиво подсказываете, за что я вам очень благодарен. Так, сейчас польем вот эти штуки. Чем мы сегодня займемся, друзья? Вообще, насколько я понимаю, то первая часть, вот весна, рассчитана на то, чтобы мы не налаживали как-то отношения, да, с нашими соседями, там, городскими, в общем, деревенскими. Со всякими друзьями. А старались как-то... То есть не зря же здесь указан год первый, да? Весна, год первый. Скорее всего, на второй или на третий. Ну, играть вообще-то можно бесконечно. Насколько я понимаю. Тем более с обновлениями, которые выходят практически каждый день. А, что-то мне это подсказывает, да? Я прихожу к такому выводу. Друзья, что мы должны посещать шахту. Не зря нам сразу же выдали, то есть дойди до 40 уровня на шахтах. Это, конечно, не очень интересно постоянно туда наведываться. Но, как минимум, нам нужно это делать, потому что без руды, какой бы то ни было, мы, друзья, с вами не продвинемся. То есть нам нужно улучшить топор, нам нужно улучшить нашу тяпку. Кроме того, понаходить куча вещей, задонатить в музей.
И, ой, блин, планов вообще жесть. Да, кстати. Кузик. Кузик, музыки, иди попей. Так, леечку на место. Хорошо. Так. День рождения Пэм. День рождения Пэм сегодня. Пэм — это такая ворчливая чувишка. Винсента мы... Я, вернее, прокакал. И Льюиса прокакал день рождения. Ну, Хейли, конечно, с одним сердечком у нас есть. Так, окей, продаем вот это. Пастернака у нас будет много. Я попробую, наверное, Пэм подарить пастернак. Так, а сейчас нам нужно набрать 10 еще пастернаков. Картошка 6 дней. 10. 10 картошки. 6 дней тюльпаны. 10 тюльпанов. Да. И. Давайте еще 5 картошек возьмем. Вот. Джаз-сиды. 7 дней. Джаз-сиды. Но мы успеем, в принципе. Даже если 20 числа их посадить, то через 7 дней мы с вами их сможем взять. Пэм, привет. Так, тихо. Давайте подарим ей сразу. О, сегодня мой день рождения. Я думаю, что это так. Спасибо. Это очень мило. Так, ладно. Давайте Пэм. А почему 2 сердечка? Офигеть. А, ну ладно. Вот эта бабулька живет со стариканчиком. Стариканчик у нас последний. С кем нужно познакомиться? Сейчас мы... посмотрим, где она живет. И Хейли? Хейли здесь нет. Видимо, она в магазине. Походу, она где-то там была. 1:40 уже, ё-моё. Здесь они, походу, живут, да? Да, вот он есть. Я не могу разговаривать сейчас, молодой человек. Да, журнальчик наш обновлен. Замечательно. Как выиграть друзей или получить друзей? Подари подарок. Но это мы уже знаем, в принципе. Так, нам нужно срочно найти Хейли. Где она есть? Нет, здесь Хейли нет. Блин, я сейчас вот буду ее искать. Чтобы не искать, лучше, конечно, вернуться вечером, когда она вернется 100% домой. Ладно, погнали садить. Так, хорошо, все посадил, и мы сейчас с вами должны отправиться быстрее. За 20 минут по игре мы должны добраться до Хейли дома, чтобы подарить ей цветок очередной. Но если даже мы не успеем, то, в принципе, у нас до воскресенья еще есть время. Хейли, Хейли, я иду. Я иду, тебе дарю. Я цвету, тебе дарю. Хейли, Хейли, подожду. Да, 8:10 уже все. Обалдеть. Ну ладно. Тогда мы с вами отправимся на озеро и половим немножко рыбки. Быть может, нам повезет что-то хорошенькое словить. Каравусики, привет. Не спят. Не хотят со мной здороваться. Беспардонные. Бесстыдные коровы. Корова, ты тупая, да? Так, ладно. Давай.
Ягодки еще пособирать тоже. Не мешало бы. Так, и пожрать немножко, конечно, тоже. Тоже бы не мешало. Ага. Так, думаю, этого хватит. Ну давай, закидывай, что ли. Не знаю, что мы поймаем, но мне кажется, что рыбу в озере поймать — это проблематично. Сейчас посмотрим. Блин, что-то я так волнуюсь. Серьезно. Ах ты, блин. Ну рыба же с этой стороны должна быть. Давай, рыбка. Десять часов, блин. Я еще хотел немного камня набрать и... Спасибо большое, милое озеро. Еще хотел нарубить немножко дерева. И поставить еще одного пугала. Потому что вороны здесь дикие. Огромные. Все поглощающие обжоры. Прям как Кузя у нас в Шелтерд. Вечно голодный, блин. Этому хоть здесь водички налил, и все, и он счастлив. Бегает, хвостиком виляет. Ну давай, блин. Вылазь. Водяной. Водяной, прицепи мне там на дне рыбку, пожалуйста. Я тебя очень прошу. Какую-то супер редкую. И так, чтобы не колбаситься, блин, с этим вытягиванием ее из воды. Ага. О! Спасибо, водяной. Smallmouth bass. Так, это мы уже ловили. Это неинтересно как-то. Еще и новый рекорд. Спать пора, 12 часов. Ё-моё. Ладно, погнали. То я сейчас вырублюсь в 2 часа и опять потрачу деньги. Эти Джоджо уже так и прячутся здесь в кустах, чтобы с меня денежки содрать. Я знаю, их агенты повсюду. Так и норовят, блин, нажиться. На честном, трудолюбивом фермере. Сволочи. Все, спать, 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 спать. Кузю не будем, как всегда. Левел 3 по фармингу у нас улучшена ванистра. Канистра с водой. У нас немножко улучшена тяпка. И новый крафт рецепт. Это у нас улей. Круто. Улей — это круто. Да, кроме того, у нас рецепт крафта Speed Grow ускоряет растительность нашу. И новый кукин рецепт — ланч фермера для приготовления. Окей. Ох, да. Неудачная, конечно, у нас выдалась рыбалка. Но, тем не менее. Так, погоду я не буду смотреть, скорее всего, она завтра будет. Ох, блин, какая красотень. Так, ворона пошла нафиг. Да, кстати, насчет пугала. 50 вуда, 1 кол, 20 файбера. Кол, 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 кол. Кол. Так, вуд. Блин, вот с, конечно, деревом напряженка. Большая причем напряженка с деревом. Ох, смотрите, сколько у нас урожая. Офигеть. А, у нас был не вторник, а четверг. Сегодня пятница. Окей. Пьяница. Берем пугало еще одно.
и ставим его где-то... Я бы здесь, конечно, хотел тропинку переставить. Давайте, наверное, пока что поставим его вот сюда. Вот. Хорошо, собираем, значит, горошек. Давай, 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 дружок, давай. Все, отлично. Теперьча, значит. Теперьча, теперьча. Этот мы оставляем. Этот продадим. Что еще будем продавать? Тюльпанидзы. Да, но перед этим нам нужно... Я оставлю просто очки, друзья. И оставлю... Это мусор. И газеты тоже оставлю. Ну, мало ли кто захочет там старую газету почитать. Вдруг у нас квест такой будет. Я просто не знаю. Лучше оставить. Так, кол. Нет, кол не сюда. Капуста, ты готова? Или ты еще не готова? Погоди, а почему я тебя тогда не поливаю? Видимо, она еще не готова. Ладно. Какая она вырастет, не знаю. Может, огромная. Огромная-преогромная. Так, а здесь собираем все. Тупо все. Угу. Разогнался. Одноглазый. Блин, когда же мы разживемся с вами на какой-то рюкзак хорошенький. Так, это я тоже оставляю. Вот это я оставляю. Остальное нужно собрать. Ага. Блин, сейчас джинджиш поднимем. Не, какой есть, ты что? Никакой не есть. Кузя, спокойно. Ты ворон гоняй. Помогай пугалам. Так, вот эту оставим, эту оставим, эту оставим. И соберем, наверное, с вами еще и... Вот эти штуки. Кузя, молодец, смотрите, пока мы тырим, так сказать, у себя на огороде. Так, я одну пропустил штуку, вот блин. Надо быть внимательным, Мако. Ты такой невнимательный. Знаю, друзья, я такой. Ну что поделаешь. Иногда, конечно, могу что-то упустить. Хотелось бы мне, конечно, переделать немножко еще тропинки наши. Но, наверное, мы сейчас с вами отправимся сразу же продавать. Привет, малой! Вот тебе рецепт маленького... Treat my peppy used to make. Cook it slow. Пэм. Чискали. Новый рецепт, да? Блин. Кухни нет, рецептов куча. Фермер Мако. Но у меня для вас предложение. Мне нужна новая цветная капуста. То есть свежая, новая, с пылу с жару, да, с этикеткой. Новая цветная капуста для моего рецепта. Можешь мне принести одну, Джоди? Конечно могу, почему бы нет, только если она созреет. Джоди request. Bring Jody a cauliflower. Okay. Okay, Jody. Как скажешь? О, о, тихо, 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 тихо. Я несколько серий вам, друзья, обещал сделать одну штуку. Блин, как бы нам еще успеть и чтобы все поместилось? Я, блин, вот не знаю. Давайте, наверное, оставим два джаза еще. Вот так. Ну, мало ли кому пригодится. Голубой джаз, цветок, правильно? Правильно. Не будем... Не будем жадничать. Я вам обещал, друзья, показать, как кое-какой секрет с нашей тяпкой. Вот эти червячки, над которыми я ржал в одной из предыдущих серий. Кто не видел, обязательно посмотрите. Мы теперь так хлоп, и оно дает нам клей.
клей нам пока что не нужен, мы можем с вами вернуть. Но это, скорее всего, не тот клей, который у нас в депонии, да? Так. Это мы тоже оставляем. В общем, вот эти червячки, если мы тяпкой их тяпаем, они нам могут дать клей, могут дать медную руду, могут даже книгу дать, насколько верить, конечно, вашим советам в личке. Кузя, почему паник? Я скоро вернусь. Блин, фигово, конечно, что нельзя его с собой брать. Так бы было как-то веселей. Тем более в шахтах. Так, нам еще нужно найти с вами, друзья, нашу возлюбленную барышню. Так. Один оставляем, да. Все остальное продаем. Чудесно, 1365. Не так, чтобы прям аж очень чудесно, но тем не менее. Тюльпанчики 6 дней, потейта 6 дней. Давайте. Хотя, нет, пока оставим денежки при себе. Сейчас мы просто отправимся с вами опять в шахту. Так, только перед этим нам нужно сгонять. Может, есть Хейли на месте, чтобы ей подарить этот цветочек. Блин, ее, конечно, на месте нет. Она где-то совается. Что за народ, блин? Не сидится им дома. Вообще. Где она вот может быть? Да, вроде бы такая мелочь, эти лепестки, но так красиво вообще, офигеть. Ах, красота. Так, погнали на 10-й. Нам главное до 15-го спуститься, а там, чтобы было все окей. О, и сразу проходик, да? А что дальше есть? Может, где-то копирорчик? Копирорчик, дорогой, выходи ко мне на бой! Выходи ко мне на бой, копирорчик, дорогой! Так, слаймок не трогаем. От этой фигни мы просто-напросто убегаем. Потому что эти твари, блин, такие дотошные. Вот, хорошо. Ага, камешек. Геода 2 сразу. Круто. Правда, блин, 25 монет платить за то, чтобы открыть неизвестно что, совсем не круто. Так, мы идем с вами 12-й, получается, этажик. Да, здесь вот уголечек, кстати. Может, кто из вас не знает или не в курсе. Просто подходим, правой кнопкой клацаем и собираем уголек. В этих дрезинках. Это не дрезинка, а типа, ну, выбила из головы, в общем, вы поняли. Есть такие уровни у шахты, непроходимые. Именно поэтому нам дали с вами рецепт в прошлой серии каменных ступеней. То есть, если мы их сделаем, там сколько? 99, по-моему, надо камня, чтобы их сделать. Если мы не можем выбраться, ну, вдруг такое, да? Из какого-то уровня в шахтах мы просто делаем ступеньки и проходим дальше. Ну, что такое проход? Ну, дайте мне проход, дайте мне выбраться отсюда, блин, 8 часов вечера. Чуваки? Фух, 15 этаж. Хорошо. Личинки, фу, противные какие. Терпеть не могу. Так, а там кого-то превращается. Чё? А вот откуда вы, твари. Самые противные враги пока что здесь. Ну давай. Вот, хорошо. Так, мы можем запросто выйти отсюда, но мне...
дико интересно. Мне очень интересно. Мне дико интересно. Нифига тут нет вообще. Выбираемся. 9:10 как раз успеем. А, нулевой. Хорошо. Так, стоп, стоп. Чуть ли на нулевой не пошел. Этажик. Было бы не здорово. И 9:30. Я опять упустил, конечно. Подарок подарить. Ну, это нормально, друзья. Не стоит всему огорчаться, конечно. Если вдруг кто не выиграл шапочку фермера, тоже не огорчайтесь. Она особо никаких приколов не дает. Единственное, что, конечно же, приятно, когда ты ее выиграешь на фестивале яиц. И меня очень беспокоит, когда же у нас появится наконец-то таки... Кузя не пьет воду. Кузя, ты что, бастуешь? Спать, наверное, уже пошел. Меня беспокоит, сможем ли мы или успеем ли мы вообще собрать нашу клубничку. Вот что меня будет беспокоить ближайшие несколько дней. Фух, ложимся спать. Кузя уснул. Опять включим с вами каминчик. Нет? Кузя, ты нам дашь каминчик включить? А? Да, даст. Пускай погреется, видимо, замерз, потому как воды не пил, да? Ну что, друзья, увидимся, как всегда, в следующей серии. Надеюсь, я успею хоть что-то еще сделать. Да, и мне пора спать. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Ссылка на плейлист в описании под видео. Увидимся в следующей серии и в других видео тоже. Пока-пока.